Друзья, всем привет! Сегодня вышла снять для вас очередное видео. Подписчица меня попросила показать массив и орехоперерабатывающий завод. Так вот, я подошла к заводу, но я не знаю, где находится массив. Все мои видео будут начинаться со слов «я не знаю». Да, на самом деле, я не знаю, где находится массив, но мы по дороге уточним, спросим. Для начала хочу показать орехоперерабатывающий завод. Один из заводов. Мне кажется, что меня попросила показать подписчица именно этот завод. Хотя здесь чуть дальше есть еще один. Вот он завод. Внутрь, наверное, меня не пустят. Просто отсюда так покажу. Завод этот находится почти, ну почти напротив этих зданий. Там находится диагностический центр. А тут такое вот здание, жилой дом. И дальше еще есть парк детский, как называется, забыла. Я только что спросила у прохожей, где находится массив. И мне она сказала, что мне надо идти в сторону рынка и оттуда свернуть направо, и вот дальше начнется уже массив. Ну что ж, пойдем поищем. Не дошла до мебельного салона. Название тоже изменили. Раньше он как-то по-другому назывался. Фау или как там его. Чуть-чуть. Ну, минут 10. И я уже буду на месте. 10 это для меня. Вон там пару секунд. Потерпите. Сейчас дойдем до первой улицы, откуда начинается наш массив. Столько здесь людей, у меня уже язык заплетается от того, что на меня все смотрят. Направо, и уже наш массив начинается. Арабинский. Включайся им. Ну вот, благодаря вам я буду видеть места, которые никогда раньше не видела и, возможно, не увидела бы, если бы не этот канал. Вот. Поэтому я хочу обратиться к вам, пока иду, показываю, чтобы вы писали о своих пожеланиях, будьте активными. Простите, что бы вам хотелось увидеть в закаталах, и я вам покажу. Вот. И главное, мотивируйте меня. Вот именно ваши пожелания, ваши комментарии, ваши лайки, просмотры, хотя их не так много, но все же они меня мотивируют. И благодаря вашим комментариям я иду и снимаю, показываю вам наш город. Давайте, поддержите, как можете. Иду, показываю. Я не знаю, куда мне надо идти, куда мне еще надо свернуть. Но так по частичке каждой улицы я вам покажу. Не буду идти до конца. Сперва мне показалось, что не показалась собака. И вот мне показались вот эти кирпичи на самом деле с собаками. И оказывается, вон там дальше есть собака. Вот видите, я чувствую запах собак. И я не пойду туда дальше. Пойду, покажу вам другие улицы.
Не хочу, чтобы еще раз гналась за мной собака, потому что здесь людей нет, чтобы отогнать эту собаку от меня. Ну вот, я боюсь этих собак. Иду дальше. А еще вот что я хотела сказать. Вам интересно видео с субтитрами, просто молча или с моим комментарием тоже напишите, потому что мне важно знать, людям интересна вообще моя болтовня, или я сама с собой тут разговариваю, и никто меня не слушает. Вот очередная улица. Здесь немножко интереснее по сравнению с той улицей. Чаю мушвик. Сейчас я. Чуть-чуть вперед пойду и вернусь обратно. Не буду идти до конца. Взялись у дома. Интересно. Так, я иду обратно. Ничего мне там дальше делать, там собаки. Опять. Эти взгляды людей бесценны. Ну ничего, не буду привыкать. Я почти дошла до рынка. Сейчас еще одну улицу покажу и завершим наше видео. Но я уже, конечно, опоздала спросить, какую улицу хотели увидеть. Но в следующий раз буду спрашивать, уточнять именно, какую улицу хотят видеть, что именно хотят видеть. Потому что массив он большой, и я не могу пройтись по всем улицам до конца. Но если мне назовут улицу, я смогу показать именно ту улицу, которую хотят увидеть. Вот маршрутки уже сворачивают к вокзалу. Здесь зал торжеств Тач. Это большое здание, белый, серый. Я покажу эту улицу, как это называется, сейчас посмотрю. И все, завершу. Назим Хикмет. Часе. Кто еще просил показать улицу одну? Я уже не помню название улицы, но я покажу в следующем видео. Еще чуть-чуть пройду и все. Пойду обратно. Закончим видео. Так что, друзья, еще раз повторяю, не забудьте писать в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Напишите. Я пойду сниму, покажу. Подпишитесь. Обязательно делитесь со своими знакомыми этим видео. Пусть они тоже увидят и напишут свои пожелания. Ну, вам еще рынок, раз уж мы уже тут рядом находимся. Не полностью, но вот в целом. Оболочку покажу. Это наш вокзал рядом, прямо рядом с массивом.